Я утвержденный вчера военный комендант города, утвержденный президентом. Обращаюсь к вам. Вы красивые плакаты держите, Путин помоги и прочее. А что вы сами сделали для своей защиты? Я обращаюсь к мужчинам. Что вы сделали для своей защиты? Или вы просите, чтобы Путин своих хлопцев сюда привел? Вложил за вас, а вы будете пивко попивать. А? К вам, мужчины, вопрос. По военному времени я наделен полномочиями. Обращаюсь ко всем, чтобы меня услышали. Желательно сегодня. Все мародеры, которые там пытаются гуманитарную помощь где-то сами отжать или как, будут наказаны в лучшем случае. Кто-то с оружием что-то будет уничтожаться по законам военного времени. Сделайте выводы. Здесь в исполкоме будет общественная приемная коменданта. По всем вопросам будете обращаться. По всем. Военное время. Рядом бомбят людей. Вы сидите тихочка, ровночка. Потому что тихочка, ровночка, что наши бойцы не здесь на блокпостах, а на дальних подступах сидят. На дальних подступах, чтобы они не пришли сюда в город. Обращаюсь, чтобы не было неожиданностей ко всем жителям, ну, на плохое время. Подготовьте подвальчики в домах, чтобы знали, куда прятаться, если придет сюда беда. Потому что те хлопцы малочисленные. И обращаюсь ко всем мужчинам, сделайте выводы. Прежде чем обратиться к россиянам. Приходите, женщины, приходите, мы организуем женское сопротивление. Будет общественное приемное завтрашнего дня. Это все зависит от вас. Военный комендант города, больше все вопросы завтра в общественную приемную. Вам надо фамилия или человек, который будет делать дело. Просто Ильич. Если есть вопросы, я готов сейчас ответить на них. Торгуют в городе алкогольный день. До скольки? Значит, обратился мэр по запрету торговли алкоголем, увеселительными мероприятиями. Возвращаемся к первому. Будь общественное приемное. Прошу серьезно к этому отнестись. Все злоупотребления или неподчинения, еще говорю, военное время. Не поймите это за шутку, серьезно отнеситесь. Поэтому, чтобы не было недомолвок, сюда проезжают хлопцы, чтобы вас защитить с разных мест. Они здесь прошли транзитом и пошли на войну. Поэтому паники нету, все под контролем. Если вас что-то беспокоит, обращайтесь. Здесь все под контролем. Всех провокаторов и что вы там знаете о них, обращайтесь. Будет горячая линия, все будет налажено здесь.